Здравствуйте, меня зовут Евгений, и сегодня я хотел бы рассказать про антифриз и применение его в котлах. Прежде всего, прочитайте паспорт, разрешено ли использование антифриза именно в ваших котлах. Например, в наших конденсационных котлах использовать антифриз нельзя. В традиционных котлах можно. Обычно там же в паспорте указано, каких именно фирм можно использовать антифриз. В нашем случае можно использовать антифриз фирмы Федерико Бугатти и антифраген. Многие технические характеристики значительно уступают воде. Например, теплоемкость и теплопроводность у антифриза хуже, поэтому обязательно необходимо ограничить максимальную температуру теплоносителя и максимальную мощность котла. Вязкость у антифриза выше. Это обязательно стоит учесть при проектировании системы отопления. Также в нашем случае мы обязываем клиента установить гидравлический разделитель потока для уменьшения сопротивления системы отопления. У антифриза выше проникающая способность, поэтому более внимательно относитесь ко всем соединениям системы отопления. У антифриза ограничен срок эксплуатации. По окончанию данного срока его необходимо заменить. И не просто слить антифриз и залить новый, а слить, провести промывку системы отопления и залить новый антифриз. Лучшее применение антифризов – это так называемые охотничьи домики. Если в вашем отапливаемом помещении не всю зиму необходимо поддерживать положительные температуры, и вы умеете и знаете, как сливать холодное горячее водоснабжение с вашего трубопровода, в таком случае можно использовать антифриз. Второй вариант. Если в вашей системе отопления есть контура с высокими рисками проморозки, лучше всего эксплуатировать данные контура на антифризе, но через промежуточный теплообменник. Например, система вентиляции, отдельно стоящий гараж или же система снеготаяния. Если же вы хотите поддерживать положительную температуру в доме в течение всего отопительного сезона, чаще всего экономически более целесообразно использовать в качестве теплоносителя воду. А для контроля и мониторинга системы отопления лучше всего использовать Wi-Fi термостат. На этом у меня все. До новых встреч!